Дорогие наши зрители, всем огромный привет! Мы находимся в стенах телекомпании «Экран 5», и это проект «ТВ-шанс. Дети». Я хочу представить вам наших уважаемых, горячо любимых партнеров. Это продюсерский центр Анны Кряжевой и Виталия Худоногова. Привет всем! Здравствуйте! Анна, Виталий, вы всегда поддерживаете наш проект, всегда присутствуете, всегда работаете с участниками и включаетесь по полной программе, так сказать, во весь рабочий процесс. Хотелось бы услышать несколько слов от вас. Мы с удовольствием поддерживаем проект «ТВ-шанс». Проект «ТВ-шанс» необычен тем, что это не конкурс, это не фестиваль. Это тема, которая дает каждому участнику шанс. По сути, ТВ-шанс – это ваш шанс. ТВ-шанс – это телевизионный шанс. Да, и мы всегда всем участникам говорим, не стоит волноваться, потому что здесь нет победителей, побежденных. На этом проекте нужно только развиваться и расти. Да, вы поддерживаете участников, безусловно, но есть еще и сторона сертификатов, сторона призов. Очень хотелось бы об этом услышать, собственно, о том, что вы можете, что вы дарите и какая вообще есть перспектива в этом смысле. Мы всегда идем навстречу всем участникам. Если они нуждаются в совете, в помощи, мы предоставляем возможность занятий в вокально-эстрадной студии, в студии звукозаписи, подбор репертуара, создание авторских песен, сценическая культура, хореография. В общем-то, мы всегда выслушаем и направим. Ну а все-таки сюрпризы и подарки – это… Это сертификаты на обучение, на запись вокалов, на право исполнения песен с аранжировкой, а также концерты, выступления. Анна, скажите, как музыкальный продюсер, все-таки, вот когда ребенок или артист, взрослый, да, человек приходит к вам, как музыкальному продюсеру, все-таки вот как вам удобнее, как правильнее, да, с этой точки зрения, работать с песней, написать ее с нуля под артиста, или все-таки предложить ему готовый вариант? Ну, вы знаете, когда, естественно, работаешь непосредственно с человеком, некоторый период времени рождается песня, потому что ты узнаешь человека, его внутренний мир, его темперамент, его стиль, его вкус, его способности. И, конечно, рождается песня иногда даже в тандеме с исполнителем, неважно, взрослый это или ребенок. Но иногда, если у нас такие сложности, или, может быть, не сложности, ситуация, сжатые сроки, или человек из другого города, мы предоставляем уже готовый репертуар под этого исполнителя. Ну, кстати, друзья, хочу отметить тот факт, что сегодня Анна и Виталий выступают у нас на проекте в качестве наставников. Сегодня была проделана огромная работа с детьми. Это и сцена речи, и, в общем-то, постановка всех движений и номеров. За это вам отдельное спасибо. Виталий, вот как раз как наставник, скажите, чего бы вы могли пожелать нашим участникам в качестве такой творческой аксиомы? Никогда не сдаваться. Идти вперед и только вперед. Дорогие наши зрители, участники и гости, никогда не сдавайтесь и приходите все к нам. У нас очень здорово и весело. Не упустите ваш ТВ-шанс.